лезешь головой в воду. Привет, я Аня, и со мной тут мои собаки Юмичу, Софи и кошка Киса Алиса, Заинька Пусечка. Сегодня мы будем проводить Алиске важные необходимые процедуры. Совместный день. Так что, ребята, давайте ставьте лайк на это видео, если вы хотите, чтобы ролики выходили очень часто. Давайте соберем очень много лайков. И обязательно пишите свои комментарии, потому что они здесь появляются, я на них отвечаю. Подписывайтесь, конечно же, на канал. У меня есть вот такая вот мечта. До Нового года, 2023-го, собрать 3 миллиона подписчиков на канале. Мне кажется, это прям будет супер круто, так что подписывайтесь. Все наши подписчики видят, какая киса Алиса злюка. И идею снять видео «Кошка ненавидит меня 24 часа» мне подкинули именно в комментариях. Короче, одна голова хорошо, а две лучше. Рубрика «Учим пословицы и поговорки с Энни Меджик». Два всегда лучше, чем один. Проверено мной. Вот вам доказательства из моей личной жизни. Сняла я, значит, квартиру, а тут одна тарелка и одна вилка. Люди такие добрые. Поела один раз, и все, есть больше нечем. Класс! Поехала я недавно в Казахстан, а там, блин, холодно, а с собой у меня одна шапка. Я шапку в такси забыла. Прекрасно, Аня. Будем ходить без шапки. Отлично, лучше некуда. Единственное, в чем я не прокосячилась в этом вопросе, так это собаки. Меня на улице спрашивают. Две-то лучше, чем одна? Конечно, лучше две, чем одна. Им явно вдвоем жить намного веселее. Что происходит? Я поняла, почему киса Алиса такая злюка. Мне кажется, ей пора завести друга. Два котика-то лучше, чем один, а? Да? Или вот на днях была я в Кыргызстане. Пошла я, значит, купила местную сим-карту себе. Типа, я тут не турист, как бы. И куда мне теперь ее вставить? Есть идеи? Нет. Я подумала об этом. Нет. К такому жизнь меня не готовила. Пришлось бесконечно переставлять симки. И что? Я потеряла симку. Вот слышала же я перед поездкой, что Мегафон предлагал купи до Нового года смартфон Техно-Комод 19 Pro и второй подарим. Значит, бесплатно. Это же знак был, Аня. То есть, если бы я это сделала, то у меня в поездке был бы еще и запасной телефон. Потом же, если он тебе не нужен, можно кому-нибудь на Новый год подарить, на подарочки сэкономить. Пора уже учиться на своих ошибках, а? Тем более, если для этого почти ничего не надо. Перейти со своего оператора на Мегафон, если еще не являешься клиентом Мегафона, и оплатить услуги связи на 12 месяцев за 3600 рублей, я все равно эти деньги за год истрачу. И все. Покупаешь смартфон и второй Техно Спаргу в подарок забираешь. Я пришла. Два новеньких смартфона вместо одного. Короче, жизненный вывод. Один хорошо, а два точно лучше. Конец рубрики. Прежде чем кушать, Алиса, мы будем делать процедуры. Спряталась в ожидании, чтобы выйти, да? Лишь бы выйти. Хватит. Пойдем. Алиса. Первым делом мы будем Алиску расчесывать сегодня. Нечесанная, сделаем ей массаж. Массажная штучка в виде киски. Тебе очень нравится. Смотри, сколько шерсти с тебя сейчас полезет. Тебе нравится массаж? Ты хочешь чушкой быть? Посмотри, что это? Ты почему себя не вылизываешь? Посмотри, какая ты чушка. Видела? Можно отдельную вторую кошку собрать из этого. Ты просто не хочешь показывать, как ты меня любишь. Мы сейчас реально вторую Алису соберем. Ты вообще? Сейчас применим лайфхак тебе. Волшебный круг. Есть такой лайфхак, между прочим, чтобы, если вы хотите расчесать свою кошку, чтобы она не нервничала, ее нужно положить в волшебный круг. Видишь? Неужели лайфхак больше не работает? Это массаж, понимаешь ты? На, посмотри, что это. Если бы я тебя не любила, я бы этого не делала. Я бы тебя не чесала, и ты бы ходила, как непонятно кто. Да,
Да, массаж. А потом нам еще надо будет ее помыть. Так тебе должно нравиться. Смотри, какой массаж. Вон сколько собирается шерсти с тебя. Ладно, все, короче, процедура массажа закончена. Алисе очень понравился массаж. Смотри, я тебе сейчас мышку сделаю из твоей шерсти. Алиса играет со своей шерстью. Хендмейд игрушка. Сейчас колтунишки твои вот здесь за ушками почешем. Правильно, правильно, злись на этот комок, дурацкая шерсть. А как мы будем чесать живот, если ты хвоста не даешь расчесать? Ты весь мир ненавидишь, да? Ой, а зато какая ты красивая будешь, когда помоешься. Может, ты поурчишь, чем похрюкаешь от злости своей? Такой окрас, такая белая штука и посередине такое пятнышко. Ты такая красивая кошка. Это ключ от зажигания. Бежим, молчим потом. Я просто такое ощущение, что я слоем шерсти. Но прежде чем мы будем Алису купать, мы дадим ей лекарства от гельминтов, от глистов, Алиска. Надо. Тебе нравится наш совместный день? Пойдем лекарства от глистов пить? Ты же не хочешь болеть, да? Итак, а сейчас у нас будет операция «Паразиты». Судя по моему опыту проживания с кошкой... Конкретно с кисой Алисой, но, если честно, я не думаю, что другие кошки тоже как-то по-другому относятся. Дать лекарство жидкой кошке практически невозможно. Добавлять в еду, она ее не будет есть. Способы, которые пишут в интернете: возьмите кошку на ручки, успокойте ее, потом просто приоткройте ей ротик и введите лекарство. Я не знаю, пробовал ли кто-нибудь так делать, но, по-моему, это тоже не работает. Единственный способ – выждать момент, когда кошка будет занята своими делами, подкрасться незаметно, быстро открыть ей рот и влить лекарство. Блин. Нам нужно обнаружить, где Алиса. Мы ее обнаружили. Сейчас главная задача – неожиданно ворваться и ввести лекарство. Операция «Паразиты» начинается. Получилось! Ее сейчас будет немножко подташнивать от этого вкуса мерзкого антиглистового лекарства. Урчит киска. Да? Много роликов я видела о том, как кошек моют в большой ванне. И для них это капец стресс, потому что они боятся большой воды, я так думаю. Поэтому существуют разные всякие лайфхаки, а все советуют мыть кошечек в маленьких пространствах. В тазике, в раковине, можно в тазике, в ванне. Но главное, чтобы пространство было небольшое, поэтому мы будем мыть Алису в раковине. Я увидела такой вот лайфхак. Это специальный пакетик, конечно же, это придумали японцы. Мне кажется, потому что у японцев я очень много видела, они кроме того, что еще просто засовывают кошку в такой мешок, они еще ее подвешивают вот так на кран, чтобы она не могла шевелиться. Но мы вешать Алису не будем. Здесь есть дырка для головы. Это не мешок для стирки обуви или трусов. Это мешок для кошек. Поэтому будем стирать Алису в специальном мешочке. Ты сегодня будешь японская кошка. Для самых умных я попрошу вас написать в комментариях, зачем в этом мешочке для стирки кошки вот тут вот замочек внизу, то есть для лапок или он для чего, я не понимаю. Поэтому кто знает, что это за дырочка? Что это за дырочка?
напишите. На самом деле это один из самых лучших и легких способов помыть кошку, потому что в норме кошки очень сильно царапаются. И есть лайфхаки такие, что типа отрежьте ей когти, прежде чем кошку мыть. По мне это менее гуманно, чем мыть ее в мешке. Кошка в мешке чувствует себя гораздо более спокойнее и комфортнее. Так, сейчас настроим водичку. Водичка не должна быть слишком холодной, слишком теплой. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Опускаемся в ванну. Вот так. Вот так. Сейчас мы тебя чуть-чуть помочим. А то, что ты там обслюнявила себя. Вот сюда чуть-чуть. Вот так польем. Алиска положила голову такая. Так, мы намочили кошку. Кошечке... Кошечка моется, любит мыться. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. Если честно, я никогда не мыла Алису в мешочке в этом. И вообще я ее мыла очень мало раз. И вот я не понимаю, не совсем понимаю, в мешочке в этом вообще до шерсти как-то хорошо достается вот эта вот пена, которая там. Сейчас мы лапки помоем. Почему вот в этих всех видео котики моются с таким удовольствием? Иначе ты будешь грязная, Алиска. Давай, мы сейчас уже быстро закончим. Все, уже чуть-чуть осталось совсем. Вот здесь чуть-чуть намыли тебе. Все, сейчас закончим, все. Кто разговаривает? С кем ты разговариваешь? Смотри, как хорошо. Смываемся. Мне кажется, на самом деле, если честно, что Алису больше бесит пакет, чем мыться. Интересно, если попробовать достать ее, какое будет поведение? Мы сняли мешок. Все, только не царапайся. Сейчас мы все смоем. Уже гладенькая шерстка у Алисочки. Все. Да, но я же не отпущу тебя всю в пене. Куда ты лезешь головой в воду? Да, уже почти все смыли. Вот здесь еще чуть-чуть. Вот. Да. Жирная кошка. Алис. Все, сушим. Все. Все. Смотри, все. 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 Скажи спасибо, что ты не в груминг-салоне, я тебе феном сушить не буду. Ты что, мокрая хочешь пойти куда-то, да? Видишь? Все хорошо. Я, конечно, не мать, но матери, которые смотрят сейчас, наверное, подумают, вот так же ведет мой ребенок себя. Я все для него. Лечу его, кормлю его, забочусь о нем, стираю за ним, мою за ним, его мою, стираю, а он все равно меня вот не любит. За что? За что? За что ты меня ненавидишь? За то, что я о тебе забочусь? Скажи мне, что ты меня любишь. Скажи. Кошка, хочешь идти мокрая? Иди. Давай. Иди. Давай. Ты же не можешь терпеть. Что происходит? Иди, все, ты свободна. Иди. Иди, мокрая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Увидимся скоро в новых видео.